Здравствуйте, дорогие мои друзья, давненько меня уже не было на канале, я наконец-то переехал и могу приступить к созданию роликов. Сегодня у нас будет новостной ролик и сразу две новости. А первая новость, то что 18.09 снова в строю. Это, наверное, самая многострадальная версия Windows 10. И наконец-то Microsoft решили все проблемы и решили, что пора. Многие владельцы Windows 10 18.03 еще вчера, 13 числа, могли получить сборку 17.76.3.107. А кто не получил вчера, может получить обновление сегодня. Тут одно но. Если обновление не приходит, Microsoft предлагает воспользоваться специальной утилитой. Она называется «Помощник по обновлению Windows». Для того, чтобы больше не возникало неприятностей, корпорация Microsoft пообещала обновлять медленнее 18.09, чем апрельское обновление. Естественно, все это делается для того, чтобы не возникали крупные ошибки. Ну и следующая новость. Поговаривают, Microsoft начали снова поддерживать Windows XP. Я решил все это дело проверить. Естественно, я сразу же полез в интернет. Начал просматривать какие-то ссылки. И здесь написана первая ссылка «Окончание поддержки Windows XP». Официальный сайт Microsoft.com. Мы заходим сюда. И здесь говорится о том, что никакой поддержки XP, точнее о возобновлении поддержки, ничего нет. Нет никакой информации. Все это ерунда. Дальше листаем, находим 3dnefs.ru, где новость датирована, знаете, каким годом? А датирована она 01.04.2017 года. Сергей Карасев опубликовал все это дело в 9 утра. Дальше начинаем гуглить, находим голос UA. Вы меня простите, украинцы, но голос UA не является для меня каким-то нормальным источником информации, который, по крайней мере, более объективнее, чем Microsoft.com, понимаете? Я зашел сюда, здесь написано какая-то билибердень, на мой взгляд. Следующий источник – aket.com. Ну, блин, все, наверное, вы уже знаете, что это за источник. И то он тоже от 01.04.2017 года. Находим Яндекс Новости, которые говорят о том, что новость была выложена 11 ноября. Ссылается она тоже на голос UA. Переходим сюда. Да, ссылается она на голос UA. Скажите мне, пожалуйста, что это такое за СМИ, которые знают лучше и больше, чем корпорация Microsoft? Всю эту неделю меня забамбливали товарищи в сообщениях, на Аське, в личку, о том, что вот, блин, XP вернулась, короче, десятка не нужна, семерка тоже уже не нужна, восьмерка не нужна, потому что XP вдруг почему-то вернулась. Короче, крупные корпорации решили надавить, то есть за все эти годы они не привыкли к NT6, NT10 и надавили, и вдруг они взяли и продлили поддержку до апреля 2022 года. Не, ну это просто смешно. Семерку будут до 2023 поддерживать платно, а так официально вроде бы до 2020 года, а тут резко решили бесплатно поддерживать XP. Вы знаете, на кого они ссылаются? А ссылаются они на новости Ю. Переходим и посмотрим, что же это вообще за ресурс такой. О, смотрите, новости Ю.Инфо. И здесь у нас в основном, боже мой, в основном какая-то желтуха, перемешанная с рекламой. Здесь просто еще окошко я уже не буду открывать, здесь везде лезут 1xbet, если там дальше под шапкой в стороне посмотреть. Вот это оригинальный источник вот этого вброса. Там, наверное, у голоса UA совсем плохо с источниками информации, если они ссылаются на какое-то желтушное говно, извините меня, но это полный бред. Надеюсь, сомнения у вас о том, что это вброс, никаких вообще нет. Ну а я на этом заканчиваю ролик. Всем пока, спасибо за внимание.